Знать, помнить и чтить героев своей страны очень важно для каждого гражданина. Мы, как патриоты России, считаем своим долгом громко говорить о каждом из них. Ровно 292 года назад, 24 ноября, родился великий полководец Александр Суворов. Давайте вспомним, кем он был и что сделал для России. Александр Васильевич Суворов за всю свою карьеру не проиграл ни одного сражения. Он неоднократно разбивал силы противника, значительно превосходящие по численности нашу армию. При этом он был очень внимательным и тактичным человеком, всегда заботился о солдатах. Суворовцы, кадеты и ветераны чтят память полководца и уважают те принципы, по которым он воспитывал молодежь. Это высокие нравственные идеалы, это верность Отечеству, и он всегда... Все годы практически он воевал и отвоевывал за нашу отчизну, куда бы его ни послал император. Это была и Польша, и Турция, и в том числе здесь, на родине Ульяновска, он практически год пробыл. Штаб-квартира была его здесь недалеко от памятника. И он завершал победу над Пугачевским восстанием. Именно с Суворова и других героев России должна брать пример современная молодежь. Для тех, кто окончил Суворовское училище, звание кадет остается актуальным всю жизнь. Понимаете, даже вот его «Наука побеждать» – это, собственно говоря, в большей степени не про войну, не про воинов, а про жизнь. Про то, как должен вести себя мужчина, как должно быть, какие отношения должны быть в обществе, между людьми, ну и так далее. Поэтому, конечно, мы берем пример Суворова и всегда вот с честью несем это высокое звание «Суворовец», «Кадет». И очень я горжусь тем, что в свое время я учился в Суворовском училище и закончил его. Россия – страна героев. У нас есть Суворов, Жуков, Матросов, Зоя Космодемьянская. У нас есть еще сотни и тысячи героев, которые живут сейчас и не щадят себя ради Отечества и ради победы. Во славу Отечества. Вот самый главный лозунг Александра Васильевича Суворова и тысяч, сотен тысяч жителей России во славу Отечества. Вот у нас очень большое количество людей, которые живут, работают, воюют во славу Отечества. Поэтому мы уверены, что вот та наука побеждать, которая была у Суворова, она и сейчас используется нашими доблестными вооруженными силами, и, естественно, победа будет за нами. В знак памяти о великих подвигах и бессмертной славе Александра Суворова ветераны боевых действий, бывшие суворовцы, кадеты, молодежь и активисты-общественники возложили цветы к памятнику выдающегося полководца. Валентина Никонова, Даниил Сурков, Ул-Правда ТВ.